Всем приветики. Хотел снять рум-тур по комнате, по залу, потому что мы здесь сделали перестановочку. Раньше вот эти шкафы, два, стояли вот здесь. Теперь мы их переместили. Соответственно, и колонки переместились с ними, кресла переместились тоже. Они два стояли здесь. Теперь одно здесь, другое там. Диван отсюда переместил сюда. Ну и... и столик. Раньше там столик вот этот стоял. Теперь столик оттуда переместил сюда. А этот столик, по-моему, стоял вообще вот здесь вот в углу. А в том углу стоял вот этот столик. Велик стоял вообще посередине комнаты. Сейчас он стоит здесь. Ну и все. Больше ничего такого особо не изменилось. Но так получше выглядит теперь. Вот если глянуть... Получается, велик так стоит уже не здесь, не по центру комнаты, а так вот стоит с краешку. Вот получается, двери такие. Вот они, двери. Заходишь, и здесь велик так стоит у стеночки аккуратненько и даже не мешает. И он так стоит прикольно под деревьями, типа под фотообои в лесу. Как будто бы в лесу под деревьями стоит прикольно. И снизу типа такая еще... Теперь уже клеенка постелена. Раньше он был на две части развернута, то есть где-то вот до сюда была. А теперь наполовину. Как раз ему больше и не надо. Ну, если потом приедешь, он будет грязный, стекает, с него там вода, если там по лужам ездил. Все на клееночку, а не наполнено ковер. И так стоит круто, вот как будто бы в лесу под деревьями. Прямо так удачно вписался. Рядом насос стоит, если подкачать бы. Я подкачу, бывает, колесики. Тут рядом колоночка, я ее как-то включал затестить, но так особо я и не пользуюсь. Тут гусеничка, которую я уже показывал, наверное, уже как бы с ней все печально, кстати. Там что-то не видно. Ну, мне кажется, все, она уже отжила свое. Это манометр, чтобы проверять давление в шинах велосипеда. Не, ну круто смотрится, реально так. Стоит возле так стеночки, так практически не мешает особо. Вот такая вот комнатка. Ну вот здесь, кстати, коробка от этих колонок двух стоит. Вот. На балконе, кстати, вот пылесосил сегодня, пылесос стоит. Вот на балконе ничего не изменилось, разве что пылесос стоял вон там в углу, а я теперь достал его и поставил сюда, потому что сегодня пылесосил, надо будет его еще вытряхнуть. А так на балконе все по-прежнему, ничего там не... Цветочки еще до цветочка вынесли туда, потому что они вон немножко... там завелись какие-то мошки, поэтому туда. Это все так вот стоит. Здесь телевизорчик так удобно с пультиком. Лампа сначала стояла здесь... А здесь как бы кресло и столик. Но мы не знали, куда этот столик деть. Он раньше стоял, этот столик в том углу. А куда его деть? Так сюда я поставил, потому что как бы... Я когда ложусь спать сюда, вот, получается, я здесь лежу головой, а ноги туда. Удобно сюда можно на этот столик. Здесь, получается, ты руку протянул, свет включил, выключил, если надо. Сюда я ставлю, сложу телефон, воду сюда ставлю. То есть удобно, там дотянулся, вот там воды попил, телефон положил. Ну, такая удобная штука. Ну, правда, кресло мешает подбираться, но если надо, то можно, конечно же, сюда залезть. Например, вот так перепрыгнуть и сесть за столик. С розетки немножко выдернулось. И все. Здесь тебе телек. Ну, правда, так близко смотреть не будешь. Здесь я особо не сижу. Вот. Здесь как бы, если бы столика не было, сюда можно было бы садиться. А так лазить сюда, конечно же, не лазишь. Но удобно, что сюда можно что-то вот положить, кровати дотягиваться. Но если его не будет, я привык уже, что возле кровати там вода обычно стоит, телефон ложу куда-то. Наверное, сюда какой-то стульчик рядом поставлю. Вот. А так неудобно. Все, вылез оттуда, немножко поправил. Кстати, удобно сделано то, что подушечка здесь вот лежит. То есть, ты если садишься на стул, на кресло, можешь сюда голову откинуть на подушечку. Ну вот. Но вообще удобно то, что вот диван именно здесь. Ты можешь
лечь на диван. Ну, лампу, естественно, сдвинуть там куда-нибудь или вообще ее туда на столик поставить. И здесь лежа на диване, так вот, смотреть, телек переключать. Вообще удобно. Вот. Потом еще мы наклеили фотообои сюда. Раньше здесь такой фотообои не было. Правда, здесь как бы она немножко скорежилась. Наверное, надо было клей брать другой. Видно, такие вот скорежилась. Ну, то есть она слишком тонкая. А клей, видимо, для толстой обои. И она помялась как бы. Но вообще в целом, если вот отойти максимально к стене, то красиво смотрится вот такая вот обоя. Типа какие-то камушки выложены, там такая вода, ну как бы водоемчик такой сделан. Ну, в общем, красиво, кустики там такие, такой как бы парк какой-то, ну красиво. Так вот сделано. Тут у меня вот эта лампочка стоит. Она здесь, в принципе, с ней ничего не поменялось. Ну, а здесь как такое вот место, такое неплохое. Здесь, кстати, так удобно получилось. Идет удлинитель сюда, и к нему все подключено. Колонки подключены, вентилятор, ноутбук, как бы все отсюда. И кнопочка, она пришел сюда, вот включил, и все заработало. Вот книжечки, но книжки я особо не читаю. Вот. Колоночка стоит такая. Там вторая стоит. И здесь удобно то, что я думал, а вдруг... Кстати, вот про то, что я говорил. Стульчик, кресло такое. И здесь подушка для головы. Вот садишься, и можно голову положить прямо на подушку сюда. Так вот. Сидишь и откидываешь голову. И лежишь, и максимально удобно сидишь такой. Откидываешь так вот голову, допустим, пульт взял, телек смотришь. Или на ноуте что-нибудь включил, там сидишь, смотришь. При этом ты, ну, голова твоя не висит где-нибудь, а лежит на подушке, это удобно. Вот так, ты отсюда, такой вид у тебя отсюда. Удобно, колонки над тобой там играют такие. То есть ты сидишь, вот они две колонки, где там она одна и вот вторая. То есть ты сидишь, а вокруг... Ты сидишь, а вокруг тебя такой, таким углом звук идет, таким вот углом. То есть, ну вот, допустим, ты здесь сидишь, а вокруг тебя такой звук, ну то есть, ну такой объемный, то есть круто получается. Все так удобно сделано вообще. И диван стоит не на углу здесь, а возле той стеночки, то есть тоже удобно. Потому что здесь лежа в углу, ты как бы, ну неудобно, то что... Ты когда лежишь головой в этом углу, сверху, сбоку, там, если кто-то ходит, полы скрипят, ну, я имею в виду соседи, прямо все слышно. А там лежишь подальше от этого угла и немножко потише. Тоже удобнее. Вот здесь стульчик такой, один, второй. А это для того, чтобы вентилятор ставить на стульчик, получается. Сейчас оно не надо. И вот когда колонки играют долго, сейчас зимой, они не нагреваются. А летом, когда они играли, они чуть-чуть поиграют, уже начинают нагреваться. Поэтому я ставлю такой вентилятор сюда, и он дует прямо на колонку, охлаждает ее. Потому что летом они прямо жестко греются, когда жара там 20 градусов. В комнате тоже душно, и колонки тоже прям моментально нагреваются. Поэтому и нужен вентилятор, чтобы их охлаждать. А так вообще удобно. Вообще мне нравится перестановка. Лучше, чем та, что была. Вот такое все такое классное. Велик раньше стоял посередине. Ну, ты заходишь, и посередине хаты велик стоит такой. То, что его так-то некуда было поставить. А теперь он с краешку возле стенки. Особо даже не мешает. И так удобно под этими деревьями. Кроватка тоже так удобненько стоит. Там возле стеночки, возле парка. Ты такой лежишь классно. И можешь в любую сторону повернуться. Хочешь туда смотри, в окно, хочешь сюда смотри, на стену. То есть как тебе удобно, ворочайся. Вообще классно. И когда ты лежишь там, у тебя даже ощущение, что комната стала больше. Потому что раньше ты здесь лежал так вот, и получается у тебя от этой стенки до этой стенки ты лежишь, кажется, мало такого расстояния. А так ты от окна до этой стенки, кажется, так много расстояния сразу стало. Прям вообще. И удобно так вот сидишь. Здесь у тебя и ноутбук, там у тебя телек. Над тобой одна колонка, вторая. Сюда можно что-нибудь вот положить. Как бы можно книжку взять рядом, почитать.
Вот отсюда его какую-нибудь. Вот идет этот удлинитель. Здесь у тебя включается. Вон он там руку протянул, щелкнул, включил, выключил. Здесь тоже можно что-нибудь открыть, какие-нибудь тумбочки. Кстати, я думал, что они не смогут открыться, но они могут. Вот тут еще вот даже место остается, тумбочка полностью открыта. А я думал, что вдруг не хватит. Тут еще мой спортивный инвентарь, такая колесико, чтобы качать пресс. Берешься двумя руками, так вот опускаешься, поднимаешься. Чисто, ну, ногами стоишь на полу, и так вот разгинаешься. И... Но это тяжело, это очень тяжело. Это реально надо, чтобы пресс был мощный. А вообще классно, мне нравится. Текущая обстановка лучше стала, чем было раньше. Вот они колоночки такие, две стоят, одна, вторая. И ты такой сидишь вот здесь. Ты такой сидишь здесь, ноги здесь, спина здесь, голова здесь. И вокруг тебя такой звук, и ты прям балдеешь. А тут на ноуте что-нибудь смотришь или на телеке. Ну, в общем, круто, реально круто, мне очень нравится. Это если глянуть, как оно все получилось. С этого угла так вот все выглядит. Довольно-таки неплохо. Вот. Такая вот перестановочка у нас получилась. Мы это все сделали. Вот. А все остальное, как оно было, есть прошлый рум-тур. Ну, уже по всей квартире. И там действительно было как-то, мне кажется, менее удобнее, чем сейчас. Сейчас оно как-то, как мне кажется, получше стало, вот как было. И как стало, так сейчас получше. Но, мне кажется, намного. Ну, мне больше нравится так вот. Поэтому и решил показать, потому что сейчас как-то поприятнее стало, такая комнатка, получше, поудобнее. Разве что этот стол как-то не к месту стоит. Его бы реально убрать, а вместо него какой-нибудь стульчик поставить, чтобы на нем стояла, ну, когда ложишься, и вода там у тебя была, и все такое. Потому что я привык, что я когда лежу, мне надо воды попить. Бывает такое. Лежишь, не спится, и хочется воды попить. И чтобы не вставать, не идти на кухню, прямо берешь отсюда воду и пьешь. Вот. Такая вот комната, такой вот рум-тур по комнате. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока.